чуден Тихий океан, друзья, при тихой погоде. Мы прям как у Гоголя, получается. А какие облака, друзья, какие красавцы. Посмотрите только. Мы, друзья, развлекаем нашего гостя из Киева. И вот заехали на комплекс мобильных домов. Мы были здесь, как-то делали отдельный репортаж. Люди, вот, которые здесь имеют эти мобильные домики. Домики стоят, может быть, тысяч там по 100, 80 тысяч, 120 тысяч. А место, за которое они платят в месяц, где-то там 4 с лишним тысячи, вот, чтобы здесь стоять на таком месте. Давайте сейчас, тут ветрено у меня, на шлепке нет, ну давайте немножко пусть пошумит. Так вот. Вот в таком месте дорого стоит. Спасибо. Ничего себе мобильный домик, правда? А мы однажды были там на опенхаузе и снимали. Стоило мне упомянуть, значит, опенхауз, как увидели мы табличку. Вот, говорят, пожалуйста, вот площадочка есть, построй на ней дом, какой тебе хочется. Звони вот там Дэйву, и, пожалуйста, будет тебе счастье в жизни. Да, место, конечно, я бы сказал, ну, потрясающе. Вот смотрите как. Вот такое местечко, прямо на углу. Шикарно. Мы сейчас вот в эту беседочку проберемся. Там стены закрыты стеклом. Соответственно, ветра нету. О, пожалуйста. Здесь уже ветра нету. Вот, смотрите. Да. А туда открыто. Пожалуйста, вот здесь открыто. Красота.